Неравнодушные студенты Хасавюртовского филиала Дагестанского государственного университета собрались почтить память жертв взрыва в Керченском колледже, трагически погибших 17 октября 2018 года. К участникам акции обратился заместитель директора по учебной работе Ахмед Шахбанов. «Это страшная трагедия для студенческого сообщества и для нашей страны», подчеркнув, что такие события не должны повторяться и уносить жизни невинных людей. «Мы скорбим. Нам очень тяжело, это тяжелая утрата не только для Республики Крым, это тяжелая утрата и для Республики Дагестан, и для всей Российской Федерации в целом. Обращаясь к каждому из вас сегодня, вот день скорби, день памяти, нам что хочется сказать? Каждому из вас мы хотим, конечно, пожелать, чтобы вы берегли друг друга, чтобы у вас было уважительное отношение каждого ко всем окружающим, начиная, значит, со своих близких людей, братьев, сестер, родителей и заканчивая своими преподавателями. Эта трагедия объединила нас, россиян. Мы должны быть внимательнее и добрее друг к другу. Вечная память погибшим, сказала Айша Тамарова, студентка третьего курса Дагестанского государственного университета. Нынешняя ситуация в государстве может являться одной из основополагающих факторов подобных проявлений вражды. Нам, как студентам, нужно быть очень бдительными, дабы не повторялась такая трагедия у нас. Дорогие студенты политехнического колледжа в городе Керчь, их близкие родственники, мы разделяем ваше горе и сочувствуем вашей утрате. Эта трагедия не оставила никого равнодушным, и мы не забудем эту трагедию и жертв этой трагедии, так как они стали очередной жертвой массовых убийств, совершенными людьми, находившимися с ними в одном учебном заведении, образовательном учреждении и являющимися кому-то очень близкими людьми. Ровно в полдень студенты в память о погибших отпустили в небо белые шары. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».